Добрый день, я Алекс, известный вам всем по моим инвестиционным путешествиям. В данный момент я нахожусь в городе Улан-Удэ. Приехал в компанию eForex. Ту самую легендарную компанию, где люди могут вкладывать под очень хорошие проценты, практически до 15% в месяц свои свободные средства. Итак, я приехал, хочу вам показать, как пройти в офис с улицы. Собственно, вот улица Лимонова, мы сейчас по ней движемся. Естественно, пешком, потому что настоящие инвесторы, они ездят только пешком, чтобы враг не спалил. Итак, тут видим, что здесь снег практически сошел, сегодня у нас 23 марта, но очень много льда, и то, что осталось, оно даже не думает таять. Очень скользко, очень холодно. Но, тем не менее, работа в eForex очень горячая, очень добродушная, приветливая. Рада всем адекватным, нормальным, правильным инвесторам. Это тем людям, которые умеют ждать, умеют и понимают риски в делах, что бывают не только биржевые риски или банковские риски, а бывают всякого рода технические нестабильности. Вот, собственно, видим вывеску eForex на здании на Лимонова 1. Подходим к этому офису, естественно, по диагонали. Настоящие герои сюда идут напрямик, особенно такие упертые, как я, Алекс. Вот, я здесь уже в третьи сутки тусю, общаюсь с руководством, с сотрудниками, вижу, что работа идет очень тихо, мирно, никакого тут ажиотажа нету, никаких машин, ничего. Вот, собственно, наш офис. Поднимаемся к дверке. Вот это наш eForex. Ваш Алекс. Саратов. Алекс. Остальятель. Ну как Улан-Удэ тебе, наш солнечный, гостеприимный? Как? Еще не распробовал еще. Еще не распробовал? Да. Чего, пост что ли или чего? Пост или чего тоже. Халки. Это у нас Алекс. Он приехал на eForex. Forever. Forever. Да. Вот, это наши тоже. Партнеры, тоже инвесторы. Мы находимся на Лысой горе. Так сказать, показать Алексу наши достопримечательности нашего славного города. Да, да, да. Большое спасибо, что завезли меня сюда. Первой поездки мне, к сожалению, это дело замолчали, зажали, закомякали. А сейчас вот такой приятный сюрприз. Даже может и правильно.